Частый гость на европейской сцене. И по словам ее участников, особых отличий между заграничными и отечественными слушателями просто нет. Это правда, потому как в Панораме Лаунж посетители имеют замечательный вкус. Сегодня группа «Горчица» и программа «Коза». Мы очень рады вас видеть в городе Харькове. Первое, как по традиции, хочется у вас узнать, как вам у нас в городе и, собственно говоря, здесь Панорама Лаунж. Неустанно повторять. Чудесно, замечательно все. Все началось еще когда-то давно, когда мы только-только собрали группу. И впервые в Харькове я съел очень вкусный салат из помидоров. Я очень полюбил этот город. Мне почему-то очень нравится гулять по улицам в Харькове. Нигде так не нравится, вот как в Харькове. Я думаю, что это зависит от заведения. Здесь собралась та публика, которая эта музыка действительно будет по душе. Поэтому всем прекрасного вечера, наслаждайтесь. Я знаю, что вскоре вы уходите из группы Ал. Как так и как вы приняли такое решение? Поделитесь с нами, пожалуйста. Честно говоря, мы шокированы. Ну, я бы просто не говорила так, что кто-то уходит из группы, я или Алексей. Совершенно это не так. Просто «Горчица» будет работать в другом формате. Я, естественно, буду пробовать себя сольно, так как и Алексей уже выпустил, между прочим, один сольный альбом до этого. И это не помешало никому. Второй он уже написал. То есть, ну, это естественно, что каждый из нас... Несмотря на то, что у нас прекрасно получается вместе делать музыку, то, что каждый хочет попробовать делать то, что ему ближе всего. Со мной рядом стоит прекрасная девушка Аня, это финалистка проекта «Мастер-шеф». Анечка, мы очень рады вас видеть в Харькове. Какими судьбами вы здесь? В Панораме пришла послушать «Горчицу», потому что люблю, потому что слушаю, потому что нравится. Побиваете коктейльчики вкусные, смотрите по сторонам. Кого высматриваешь? Не выдавай нас, пожалуйста. Ладно. Меня высматривали, точно. Мы хотели попасть в козу. Козу, вы в козе, девушки. Вот она память. Иви, 7 апреля у вас будет заключительный концерт. Ну, он не заключительный, почему? Это только начало и для... Я просто, ну, не хочется, чтобы это воспринимали, как кто-то уходит или что-то. Это как новый... На самом деле, хорошей музыки станет больше. Во-первых, останется «Горчица», во-вторых, я появится... Я понимаю, что это я называю почкование. Себя ощущаете после проекта? Мне кажется, все на вас смотрят, все вас узнают. Приятно. Приятно, потому что для меня это новый опыт. Иногда странно, иногда как-то некомфортно даже, потому что не знаешь, как реагировать. А проект хорошая штука. Закалил, повзрослела, опыт сумасшедший и куча планов. Чем будете радовать сегодня нас в Панораме? Сегодня мы будем радовать своими песнями, к которым пока что все привыкли. Со следующего года мы будем показывать новые песни, к которым мы надеемся будут привыкать тоже. Любить их и напевать. Ну, такая любовь к кулинарии. Или это дело техники и практики? И дело практики, и дело любви. Потому что не вложил в душу, результат будет такой. С
серединка наполовину. Надо просто любить. А так как процесс творческий, то его можно реализовывать через приготовление пищи, а можно через музыку или песни. Кто-то пишет картины. Все по-разному это делают. Я так. Здесь Панорама Лаунж у вас новый сушист. Кстати, очень пустые суши стали с недавних пор. Да, спасибо, но очень многие говорят. На самом деле у нас работает эксклюзивно шеф-повар из Японии. Рекомендую попробовать. Я знаю, что у вас будет японская вечеринка. Да. Девушка, на ней суши, роллы, очень красиво. Очень скоро. Следите за рекламой. Кулинарные шедевры, либо не готовите? Я без конца готовлю. Не прекращаю, не переставаю, не останавливаюсь. Все довольны, всем нравится. Вот подруге принесла сегодня подарок, печенье к 23 февраля. Поэтому все хорошо. Всем козам хорошего пастбища хочу пожелать. Хорошей свежей травы, да. Хочу пожелать хорошего настроения и всегда веселитесь. Не забывайте, что смех продлевает жизнь. Это очень важно.